коллега. Давайте вообще... Нет, я не собираюсь абсолютно делать на этом политику. Не собираюсь. Если бы хотела делать на этом политику, сделала бы официальное заявление еще на прошлой неделе в преддверии Пасхи. Единственное, что бы хотела отметить, что Народное собрание Гагаузии, исполнительный комитет действует в рамках действующего законодательства, базируется на законе об особом правом статусе Гагаузии. Уложение, ни одна норма, ни одна позиция не была нарушена. С гражданским обществом все обсуждалось. Более того, проект данного законопроекта был направлен госпоже Фусу на молдавском языке. Мы это делаем в последнее время. Если все мои коллеги замечают, мы переписываемся именно на государственном языке, да, в отличие от наших предшественников, соответственно. То есть все, что необходимо было сделать, мы сделали правильно, своевременно. Я просто хочу, чтобы нас не называли районом, потому что если я буду делать жесткие декларации, это не понравится никому вообще. Я прошу уважать и считаться со статусом Гагаузской автономии. Мне кажется, что на протяжении этого года мы достаточно конструктивно, хорошо работали со всеми структурными подразделениями правительства Республики Молдова, парламента. И я, как руководитель региона, уверяю вас, что если будет уважаться статус автономии, точно так же в обратном порядке и будем работать последующие годы столько, сколько надо. Так что, госпожа Фусу, будьте более корректны. Спасибо. Гата, я официально объявляю, что вы мне ничего не присылали. Ни на каком языке, ни на русском, ни на румынском и ни на гагаузском. Никакого документа Министерство образования не получало.